Наконец настал день, когда мы сможем послужить нашему повелителю. Так, не говори ни слова, просто иди за мной, ладно? Идем. Я кое-что покажу, но ты никому не должен об этом проболтаться. Договорились? Она там, сзади, среди других приоритетных вещей. Привет, как дела? Потрясно, рад тебя видеть. Детишки, что тут работают, конечно же, не знают, откуда она взялась, но этого они знали и старожилы. Она никак не подписана. Поэтому невозможно вычислить, откуда она. Я только знаю, что она всегда была здесь. Ладно, вот где она обычно лежит. О нет, кто-то ее купил. Твою мать! Я бы сам ее купил, но ведь она такая крутая. Такая ценная, вроде тех вещей, которые не заслуживает ни один человек. А, да, вот она. Ну что, ты точно готов к этому? Потому что то, что я держу в руках, взорвет не только твой мозг, но и твою душу. Вперед, открывай, если хватит смелости. Ха-ха, смотрите, чуваки. О, здорово, Риг. Извини, что разбил твою гитару вчера. Ха-ха, чего? Какого? Она как новая. Ничего себе, как ты это сделал? Ну, на этот раз я постараюсь разбить ее не так сильно. Не выводи этого парня, он меня пугает. Привет, Эдди. Мне неудобно такое спрашивать, но наш менеджер хочет знать, когда ты соорудишь нам новые декорации. Эти штуки со Стоунхенджем были в каком-то смысле ироничные, в ретро-стиле, но... Слушай, Эдди, не пойми меня неправильно, ты лучший, ясно? Лучший роуди в деле. Все знают, что ты способен все починить и все построить. Так может, построишь нам декорации, которые подчеркивали бы, что мы современная группа? Я просто предложил. Ведь рано или поздно тебе все равно придется принять современный мир. Понимаешь? Отлично, народ. Вы хотите heavy metal? Эй, детка! Я могу исправить все, кроме этого. Металл мертв. Ты когда-нибудь чувствовал, что родился не в то время? Что тебе нужно было родиться раньше, когда музыка была настоящая? Например, в 70-е? Еще раньше. Например, в ранние 70-е. Я же говорил, туда нельзя забираться, ты! Гребаный кусок дерьма! Господи, пусть он упадет. А черт! Хороший Роуди знает, что его работа — это заботиться о чем-то имидж. В том, чтобы кого-то оберегать. Помогать кому-то другому делать его работу. Хороший Роуди никогда не попадет под свет прожекторов.
Если он делает все правильно, никто и не узнает, что он там был. Иногда ему приходится выйти на сцену, чтобы исправить какую-нибудь проблему. Но прежде чем вы поймете, что он был там, он исчезнет. Наконец настал день, когда мы сможем послужить нашему повелителю. Эй, я не ваш повелитель. Да, ты не он. Сепаратор, не тронь этот потрясный топор, иначе ощутишь гнев заряженного ошейника. Это было больно, но красиво, правда? Руки прочь от моей гитары. Я ее только что настроил. Клементина, дома она была обычной гитарой, но здесь сила ее рока похожа усилена самим миром. Да, получите, это рок. Ну как вам, нравится? Clementine of Reader.
Хорошая попытка, леди, или кто ты там? Хочешь меня убедить, что ты монашка? Но я это знаю. На самом деле ты большой уродливый демон, так что не пытайся меня наколоть. Ага. Я так и знал, большой уродливый демон. Однако, надо признать, довольно сексуальный. А ты высокая, классные ножки. Погодите, я слышал, что убивать монашек — это плохая примета. Нужно скорее валить отсюда. Okay. All right. Well, here goes. Нужно заставить эту штуку двигаться. Дорогое зло, обладающее демонической силой тьмы и необразимого зла, пожалуйста, спусти меня с этой потрясной кучи трупов. Я всего лишь гость в твоем странном мире, который некоторые назвали бы адским. Но мне он кажется охрененно крутым. О, повелители отвратительной кожаной штуковины и садомаза прикидов. Хотя знаете, ребята, у вас есть стиль. А это боевая монашка? Я ее, к сожалению, прикончил. Но вы же злые, правильно? Так что все должно быть нормально. А я и не знал, что топором такое можно сделать. Вашей доброй милостью. Стойте, стойте, я хотел сказать злой. Злой милостью.